в Полтаву ты как попал? На электричке. А почему ты туда поехал? Мы катались там. В смысле мы катались? На зацепе. На чем? На зацепе. Что это? На электричке сзади. Ты 300 километров ехал на зацепе? Ну, 300 метров и... Ну, до Полтавы. Миша, 300. Что такое на зацепе ехать? Ну, просто за электричку цепляй. Ты что, не катался никогда? На зацепе? Нет. Миша, а ты до сих пор это делаешь? Ну, мы до 1.5 часа ехали на зацепе, потом силы трохи... А мама? Мама не знает. Как на это отреагировала? Она не знает. Она не знает? Ну, подожди, ну, ты в течение дня все это провернул или что? Ну, да. То есть смотался в Полтаву и назад? Так это ж нельзя за один день успеть. 4 часа ехать, 3.5. И ты вечером вернулся назад? Не для буду. Вас не можно, а для него хорошо. Можно. Но я на зацепе точно нет. Ну, мы можем посмотреть, как это примерно происходит. Вот я сейчас для себя проясню этот вопрос наконец-то. Зараз мы дивимся расписание. У 15.58 идем на турникеты. Мы поздороваемся. Здорово. Там не надо. Я сейчас на зацеп иду. Это ж ты цепляешься, когда электричка уже практически начинает ход, когда уже все уходят. Ну это капец. Ты вот смотришь со стороны, ты понимаешь, как это опасно? Или тебе надо дожить до 33, чтобы это понять? Нет, он уже сказал, адреналин, он же все нам объяснил. Скажи, а почему ты так себя ведешь? По мамке нема рядом.